Не про пошлость, хотя звучит так. У меня подруга, она говорит, общались с парнем, общались, дошло дело до интима, говорит, Вика, и там вот такой. Я говорю, ладно, что ты переживаешь, ну, не, все бывает в жизни. Она говорит, нет, вот такой. Я не поэтому возмущаюсь, просто до этого он мне присылал фотки. И там на нем, Вика, он катал людей в Анапе, как на банане. Как на банане. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. А мне сразу же обратно пропорциональная ситуация представляется. Да, вот общался с Чаечкой, да, она мне присылала там свою дольки эти, да, вот там такая там вообще девственная писечка. Да, а потом пришел на свидание, там вот, вот так. Ну, правда жизни же, ребята, Йоха, ну такой же может быть, да, как бы, в принципе, вот. Я не знаю, если честно, вот на что люди рассчитывают. У меня такие были ситуации, только когда девушка мне присылала не свою фотку, да, как бы, я пришел на свидание, как бы, а там приходит, я же испугался, извините. Говорю, а, ну, как бы, не совпадает она. Ну, я думала просто, чтобы это, там, чтобы не спугнуть тебя. Ты правильно думала, потому что я сейчас испуганный, вот честно, вот. Пишите, были ли у вас такие ситуации.